В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ установлено, что Ивлоев в период 2013 года вовлек в данное сообщество порядка 30 человек. На сегодняшний день следователями официально задокументировано 3 случая вербовки подсудимым красноярцам незаконной вооруженной формирования. 17 января 2014 года следственным отделом управления в отношении Ивлоева было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам преступной деятельности, связанным с содействием террористической деятельности, публичным оправданием терроризма и призывами к осуществлению террористических актов, с незаконным оборотом, хранением оружия и боеприпасов. Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Московского окружного военного суда в соответствии с компетенцией. Суд проходил в городе Красноярске, так как здесь проживает большее количество свидетелей.